Забыть тот случай не могу. Стоит малыш в подъезде, стоит и тянется к звонку, и топчется на месте. Тут взялся я помочь ему и говорю: «Давай нажму, но сколько раз?» И он сказал: «Нажмите 5». И я нажал. Я позвонил 5 раз подряд, а он попятился назад. «Ну, хватит, дяденька, бежим!» Он из подъезда, я за ним.